Я верю, что мы, как верующие, нам нужно так же, как никогда, сегодня познавать Бога. Можно знать о Боге. Сегодня век информационного прогресса. Век, когда интернет стал частью нашей жизни. И наши дети, они вообще не знают, что когда-то существовала вселенная без интернета. Наши дети, они вообще, для них это часть, для нас, для, может быть, старшего поколения, это, но это стало все равно неотъемлемой частью, особенно в это время. И у нас нет недостатка сегодня, открываешь YouTube, нет недостатка в христианских проповедях. Каких только проповедей нету. Ты можешь научиться всему, как молиться, как получить крещение Духом Святым, как отдавать десятину, как изгонять бесов. Столько разных учений, нет недостатка в знаниях. Но знание о Боге, это еще не означает, что человек знает Его. Христос говорит, Он скажет одним: «Отойдите от Меня, Я никогда вас не знал». Вы не знали Меня, Я не знал вас. Можно знать о Боге, но знание Бога – это нечто другое. И здесь Даниил говорит, что люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Люди, знающие Бога, они усилятся и будут действовать. И мы видим, смотря на книгу Даниила, смотря на жизнь Даниила, смотря на жизнь Сидраха, Месаха и Авденаго, что эти люди знали своего Бога.